самый большой экран в Приднестровье. Концерты, фестивали и, конечно, кино. В Слободе перестраивают старый кинотеатр. Ему больше полувека. Здание уникальное. Центр Слободеи. Сейчас мы находимся в самом сердце стройки. Здесь кипит работа над реставрацией уникального объекта. Скоро большой летний кинотеатр возродит свою историю. Здесь понравится не только любителям кино. Это место станет настоящим культурным центром. Вообще это планируется киноконцертный комплекс. Здесь будут проходить различные фестивали, танцевальные мероприятия, дискотеки, значит, всевозможные слеты байкеров, людей разных интересов. Здесь и фольклор, и народное, и эстрада, и рок, и все направления будем проводить. Поэтому мы все-таки рассчитываем на то, что это будет именно центром притяжения. Так было и когда кинотеатр только построили в конце 50-х. Сохранился исторический фасад здания. Его сносить не будут, отремонтируют. Мы решили обследовать территорию и попали в поистине уникальное место. Как мы поняли, раньше здесь был мини-зал, либо видеосалон. Здесь сохранилось очень много старинных пленок. Раньше на такие записывали фильмы. В закромах мы нашли уникальное фото старинной Слободеи. И мне кажется, можно здесь открывать исторический музей, зрителям точно будет интересно. А когда работы завершат, здесь будет самый большой экран в Приднестровье. А еще открытая сцена. Сейчас ее как раз расширяют. Она будет на 3 метра больше старой. Смогут выступать большие коллективы. В настоящее время ведутся железобетонные работы. Заливается армопояс под будущий забор, заполняется уже сцена, делается наружная штукатурка нашего основного здания, как вы видите. Ведутся внутренние работы, отделочные работы. Мы планируем через 2-3 месяца, в принципе, выйти на 80% готовности. Обустроят и территорию вокруг. Будет сквер, беседки, дорожки и небольшой пруд. Рядом стоянка для машин. Работы планируют завершить в следующем году.